В Ненецком округе продолжается кампания по вакцинации от гриппа. На сегодняшний день уже привито более 2000 человек, в том числе детей. Планируется, что за 2 месяца будет вакцинировано 12 тысяч взрослых и 9 тысяч детей. Александра Литкова продолжит тему. Всем знакомое заболевание грипп – одно из самых распространенных в мире и относится к острым респираторным вирусным инфекциям. А лучшая защита от него – вакцинация. Прививки от гриппа начинают делать с 6-месячного возраста. В прививочный день мы, значит, примерно делаем около 40 прививок, совмещаемых вместе с гриппом, с вакциной гриппа. Вакцина гриппа – это у нас российская Совигрипп. Делаем мы, начинаем мы с 6-месячного возраста двукратно до 3 лет. Дальше у нас ежегодная однократная вакцинация. Прививаться от гриппа или нет, каждый решает сам. Для детей обязательно письменное согласие родителей. По словам специалистов, большая часть населения относится к прививке одобрительно. Дело вот это сугубо добровольное, конечно, от каждого пожелания, как говорится. Ну, я думаю, что все-таки надо делать, да, потому что более-менее эта вакцина эффективная, там, да. Немножко все-таки предохраняет от заболевания или от острой формы заболевания. Вакцинация от гриппа взрослого населения стартовала также в начале сентября и завершится в конце октября. На сегодняшний день привито более 1000 человек. В основном это мы делаем, выходя в организации, договариваясь с руководителями организации, чтобы можно было на месте сразу же застать большую часть работников и привить от гриппа. В поликлинику уже люди приходят, но в большинстве своем по какой-то причине, которую они в основном не озвучивают, они отказываются от вакцинации. Поэтому нам приходится выходить в организации. В процедурном кабинете прививаются в основном люди пожилого возраста и те, кто проходит плановый медосмотр. В день примерно человек от 50 до 70, может быть, даже и больше. В среднем это возраст, наверное, это старше 50-60, вот как бы большая часть пенсионеров приходит. Именно люди пожилого возраста чаще всего уязвимы перед заболеванием. Кроме того, есть категории населения, которые обязательны к вакцинации. Контингент, который обязательны к вакцинации, да, то есть это вот медицинские работники, работники образования, детское население, все поголовно. Население, которое у нас относится к категории хронических пациентов, призывники обязательно, и там уже по тем гражданам, которые обеспечивают население, то есть это работники торговли, транспорт, коммунальщики и так далее. Для прививочной кампании в регион по федеральной квоте доставлено 21 тысяча доз вакцины «Совигрипп», «Ультрикс», «Флюэм». Весь объем, поступивший в округ вакцины, распределен между 40 населенными пунктами округа, в их числе Наринмар и поселок Искателей. У нас вакцина поступила российского производства, она изготавливается нашими компаниями российскими, вакцина с учетом того эпидсезона, который был в прошлом году. По крайней мере, в том году, когда прививали население в городе и в заполярном районе, у нас осложнений не было, вся вакцинация прошла очень гладко. Значит, мы планируем в этом году привить 21 тысячу человек, 12 тысяч взрослых и детское население. Главной целью прививочной кампании от гриппа является снижение числа осложнений, эпидемического распространения и летальных исходов. Александра Литкова, Владислав Ткачев, Вадим Носкин, телеканал «Север».